по врачам какой у вас обеспеченность? 30%. 30%. Ну, сейчас у нас учатся 12 целевиков. Ждем их возвращения. Привлекаем вот на миллион. В прошлом году у нас двое пришли на миллион. По узким специалистам здесь уролог, кардиолог. Вот у нас отсутствуют вот эти специалисты. В принципе, остальные узкие специалисты, они присутствуют, работают. Поэтому большая нехватка у нас самых простых – это педиатр, терапевты. Педиатры, терапевты. Здесь вот у нас острая нехватка, да. Те, которые вот именно первичное звено, те, которые занимаются первичным приемом больных. А морг у вас заработал? Он у нас не прекращал работу. Ну, говорят, что возили в Блакову. У нас умер специалист. То есть на сегодняшний день и это сегмент больницы тоже работает? Работает. Я тогда направлял и узких специалистов на обследование. Это да. Да. 560 человек. 560 человек. Да, за этот день приняли. Узкие специалисты как раз приняли. Они смотрели, работали. Но мы договаривались, что они могут еще и госпитализацию дальше оказывать. Как раз это для жителей хорошо. И наша с вами задача, чтобы такие осмотры и такие выезды были как можно чаще, для того, чтобы это было системно. Следующий год давайте с вами рассмотрим, что планово будем делать здесь. Или ремонт, или еще какое-то оборудование. Потому что сегодня медицине и здравоохранению отдается первое место. И для нас важно, чтобы здесь у нас в Хвалынске тоже и пополнение было оборудованием, и значит, медикаментами, для того, чтобы все необходимые процедуры делать и все необходимые виды лечения проводить.